Блять, тут еще вся плитка пошла по пизде зимой. Посмотрим, как расчищена главная велодорожка Москвы. О, блядь. О, блядь. Ну что, пацаны, зимнее катание. Понятия не имею, насколько хватит аккумуляторов по этому морозу. Телефон говорит, что сейчас минус 10, но мне все равно холодно, особенно мерзнут руки, которые лежат на рулю. Из-за этого... Да не особо лежат-то. Господи, это ситибайк, я на нем вау, жопой сижу. Короче, так. Переобул я свои колеса, поставил говноместные покрышки, которые шли из коробки к этому велосипеду. Вот, этот велосипед был сделан для того, чтобы ездить по России, и поэтому на покрышках очень говноместный протектор. А давление у них сейчас, не знаю, 0,7 атмосфер, что ли. И кажется, я услышал, как обод постучался, задний обод, бордюр, на который я заехал. Вот. Эти покрышки, да, в общем-то, помогли, но не сильно. Меня уже не очень так заносит на поворотах. Но тормозов все равно нету. Вот это еще есть, считай. А так, даже легкое нажатие переднего тормоза на снежку приводит к тому, что переднее колесо блокируется нафиг. Я пытаюсь упасть. Вот. Поэтому на дорогу вообще не лезу. Езжу по тротуару, мешаю пешеходам, которые меня не видят нифига, потому что холодно. Они смотрят вниз. Вот. На монетке не бывает выше четвертой скорости. Ладно, давайте, что ли. Нет, не поеду на дорогу. К черту я. Даже когда асфальт совершенно чистый, более-менее сухой, колеса все равно заносят. Несмотря на то, что покрышки очень широкие и давление в них очень низкое. Возможно, потому что снег забивается в сам протектор. Вот, поэтому сцепления нету ни хера. Наверное, для настоящего фотбайка, а не как у меня, нужен... протектор практически сликовый. Вот, но широкий. Так, я должен поймать вот этот зеленый. Опа.
Так, всем спасибо, я поехал. О, черт. Кстати, это велодорожка. Блин, я ноги забил. Как же я отвык от говноместных покрышек, которые ни хера не едут. Задолбался. Ну что, дядь, ехать будем? Не будем, да? Блять. Так, чуть-чуть так. Ага. Это что ли? Нет, вот так опущу. Да, наверное, интереснее. Чуть-чуть вправо. Вправо, да? Вправо, вправо. А. Блять. Здравствуйте. Ну ладно. Ненавижу тротуары. Блять, тут еще вся плитка пошла по пизде зимой. Либо ее тут разбирали, что-то перекладывали. Либо... Не-не-не. Это ее просто хуево уложили. Вода замерзла, все поднялось. Ну, это просто пиздец. А у меня под колесами ходит ходуном. Блин, эти колеса реально ни хера не едут. О, боже. А, блин, накачаюсь за эту поездку. Ага, зеленый. Так, я тут пизданусь. Опа, нет. Так. Едем, 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 едем.
Посмотрим, как расчищена главная велодорожка Москвы. Это была шутка такая. Посмотрели. Это трактор, который должен ее чистить. Но ему похуй, он тиктоки смотрит. О, блядь. Смотрите, какая красота. Я надеялся, что я пизданулся на какую-нибудь машину, которая здесь припаркована, но, к сожалению, не фартануло. Я это сделал. Ай-яй-яй-яй. Так, чё это я не по разметке еду? Надо по разметке. Блять, да не, в пизду. У меня энтузиазм закончился. Так, а вот здесь, где нет парковки, которая закрывала бы проезд трактора, ездить можно. Вот. Всем этим хуесосам, урбанистам и лично Лискутову на заметку как бы, что велодорожку рядом с парковкой лучше не делать. Потому что велосипедисты на такой велодорожке убиваются регулярно. Ну и чистить тоже не очень удобно. А тут кто-то на джипе объезжал. Вот. Можно по следу проехать. Так я проверю кое-что. Тут все работает. Тут все работает. Отлично. Зимнее катание, оно такое же, как летнее, просто под большой нагрузкой у тебя во рту не вкус крови, а вкус соплей. Там справа вообще-то велодорожка есть. Перевязана ленточка какого-то хуя.
Руки вроде отмерзли. Хотя не совсем. Не надо мне писать комментарии про все чудо-варежки, про которые вы слышали. Я про них знаю. Они мне не нужны. Вот сейчас один раз покатаюсь и все. Мне лень для ради того, чтобы их купить, куда-то ехать. Ну, Jingle Bells. Рождественская малая Бродная. Ёлки, ёлки повсюду. Это олень? Это олень. О, черт, а сегодня выходной? Сегодня выходной. Надо было на Арбат сгонять. А почему надо было? Я ж рядом. Здрасте. Так, мне надо только свернуть туда. Так. Красивая машина. Это Патрики. Здесь буржуи живут. В этой информации немного смысла, потому что я все время катаюсь по центру Москвы, и здесь везде буржуи живут. Ну, мне ж надо вам как-то развлекать. О, Господи, как же мне тяжело крутить педали. Так, а как я буду пересекать Новый Арбат? Я вниз поеду? Или я вниз пойду? Хотелось бы, конечно, поехать. Тогда мне придется... Тогда я не в ту сторону еду. Здрасте. Блять. Похоже, у меня действительно на заднем колесе обод цепляет. Надо будет его подкачать. Но он-то не погнется, потому что там резины столько, что нужен очень хороший удар, чтобы что-то пробилось или погнулось. Блять, да где уже переулочек? Мне влево надо. Вечно я сюда заезжаю, начинаю плутать целыми лабиринтами. Здесь очень неудачное место. Здесь проеду, нихуя, здесь шлагбаум и какая-то усадьба ебаная. Ладно, поеду обратно. Ну блин. Что-то я очкую там под низом туннеля ехать. В таких-то условиях. Тормозов нифига, разгона тоже нифига. Сейчас узнаем, разобьюсь или нет. Ой, давай едь, ебаное говно. Сцепления нету, наката нету. Блять. Как вы ездите на этих сраных МТБ?
Почувствую себя старым дедом. Блять, вот так зиму откатаешь. Летом будешь фиксик гид король, блядь. Заодно и скидить научишься. О, да. Момент истины. Ёб твою мать. Мне бы тут хотя бы влево перестроиться. Пиздец. Блять, придется, наверное, дождаться красного. Не дождался. Ох, бляха-муха, седьмая. Давай, рыги моя, пошла, пошла, пошла. Ой, все, пришла, блядь. Ай, блядь. Ох, сука, как же не едут эти говноместные покрышки. Сюда помещусь. Да. О, блядь. Я это сделал. Я чуть не подавился соплями. Короче, дайте мне отдышаться и наслаждайтесь рождественским новым Арбатом. Новогодним. Крисмасическим. Блять, хуй пойми. Праздничным. Да.
Девушка 19 века тупит телефон. Типичная картина. Блин, ничего не понимаю. Может, у меня это заднее колесо вообще спустило? Да нет. Не-не, все нормально. Что-то тут скучновато как-то, движухи никакой нету. С другой стороны, сейчас это, ну типа день, не вечер. Сколько там времени? Так, 3 часа. Да. Но я не мог сюда появиться позже, потому что света бы не было. Вот. Без света снимать уныло. Вот и так сейчас света немного на улице. Я сейчас вообще без фильтра снимаю. Милые дамы, уважаемые господа. Вот. Надеюсь, что не промазал с экспозицией, как всегда. Блин, тут опять День Победы. Да что ты будешь делать? День Победы круглый год. Вот.